представляем вам сумку Wenger. Пожалуй, одно из лучших решений для тех, кто любит заниматься спортом. Несколько месяцев назад я сам столкнулся с необходимостью подбора сумки для посещения спортзала. Я посетил большое количество спортивных магазинов, я посмотрел, что предлагают люди в интернете, и с огромным удовольствием выбрал сумку производителя Wenger. Сейчас я вам расскажу почему. В руках у меня спортивная сумка красного цвета. Есть аналогичные варианты в других цветах, которые мы вам тоже обязательно покажем. Останавливаюсь на этой именно потому, что себе купил точно такую же. Мне нравится больше всего. У данной спортивной сумки есть торцевая ручка, что очень удобно при переноске сумки, особенно в лифте. И если вам нужно, скажем, достать сумку из машины. Конечно, можно пользоваться классической ручкой, которая достаточно эргономична и удобна. И у сумки есть плечевой ремень. Сумка выполнена из высокопрочного износостойкого материала. Данный экземпляр проездил несколько месяцев вместе с резиной, пережил пролив незамерзающей жидкости и по-прежнему выглядит прекрасно. Давайте разберем функциональные особенности сумки и посмотрим, что в нее можно положить. Торцевой карман спереди сумки – совершенно необходимая вещь, и, пожалуй, им никого не удивишь. В сумке есть небольшой дополнительный карман для различного рода мелких предметов. Сюда очень удобно положить карточку от фитнес-клуба. Важной характеристикой спортивной сумки является карман для обуви. В сумку Wenger поместится обувь даже 46 размера. Давайте соберемся в спортзал. Кроссовки. Спортивная форма. Курица с рисом для тех, кто питается сразу после тренировки. Пара банок спортивного питания. Шейкер. Пульсометр. У меня отсутствует пара бутылок с водой, но и они бы сюда прекрасно поместились.